Всем привет! Всем привет, я Мик. Мой банды, честь, банды, меня. Моя. Мы едем в Витебск. Зачем? На репу. Короче, мы приехали в Витебск на репетицию, потому что у нас нету точек полностью. Вот, представляю вам нашу улицу. Мы наконец-то барабанщика, да, просто человек за неделю выучил треки. Вот, вы сегодня увидите, как он лупит и ждите все в туре. Поедем, завтра едем без контракта, блядь. Помни, Паша. Давай ты будешь ебашить без ебашить. А ты что скажешь, Божий крест? Мы будем ебашить без ебашить. Потому что матом ебашить это... Пошли экскурсию проведем по репточке. Пошли. Ну да, вот это предбанник. Реально, один раз прогнали 4 песни. Один раз репа только начал. Ну ладно. Такая парилка, если там еще останусь, я воспоминания. Почему у вас так жарко? К сожалению, приточно-тесная система в наше время стоит очень больших денег, и это очень сложно. Тем более, что имея соседей, которые периодически жалуются, очень трудно сделать окно и соответствующую вентиляцию. Вот так и получается. Соседи здесь веселые, здесь какая-то организация. Да, это Лукойл. Лукойл? 14 мая Гомель. 15 мая Бобруйск. 16 мая Могилёв. 13 мая Минск. 18 мая Витебск.